А в Северном прошел фестиваль молодежного творчества «Феерия». Он собрал на одной площадке больше 200 молодых и энергичных участников из трех районов области. О том, чем удивляли зрители, расскажет Ольга Рязанова. Еще несколько месяцев назад такое слово, как «поинг», в селе Биазаи не знали. А теперь научиться вертеть сверкающие шары желает каждый. Это новое направление для меня. У нас раньше никто в Биазаи не занимался этим. А так, нововведение – это всегда хорошее. Это намного лучше, чем просиживать в интернете время свое. А так, мы будем более опытными в этом плане. И как это же хобби. Мне нравится. Песочные и лайт-анимация, мультипликация, брейк-данс, флаг-шоу. С этими направлениями теперь знакомы и жители отдаленных сел. И сейчас юные таланты представляют свое мастерство на фестивале современного молодежного творчества «Феерия». Вот так гостям из Барабинской Кыштовки открывают секреты песочного рисунка. Направление новое. В Кыштовке этого вообще еще не было. Мы первые. Дальше будете развивать? Конечно, будем продолжать дальше. Учиться. Вот приехали сюда, набраться опыта, посмотреть, как здесь. Также будем продолжать стараться. Попробовать себя в новом виде творчества теперь может любой желающий. Все благодаря проекту «Открытые сердца». Деньги на него выделили из районного бюджета. Задел такой достаточно хороший. Это может быть интересно в дальнейшем. Может развиваться, и могут быть какие-то новые, там, очень интересные шоу в районе появляться, и какие-то новые формы оформления даже вот любых мероприятий, которые у вас проходят. Сегодняшний фестиваль – заключительный этап проекта, но его участники останавливаться не собираются. И уже дома, в своих селах, будут учить друзей, как танцевать или снимать мультфильмы, как рисовать или устраивать светодиодное шоу. Ольга Рязанова, Андрей Ильдеров, Новости ОТС.